страдания Иисуса Христа, что ты омыт и искуплен Его драгоценной кровью. Прощение грехов может дать тебе Спаситель, если ты услышишь зов, ведь Он говорит тебе: ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его. Скажи своему соседу: ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его. Провозгласи: я искуплен, я искуплен, я оправдан, я омыт, я исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его детем. Я искуплен, Богом в Его царство, избран быть Его детем. Я искуплен, я оправдан, я омыт, я исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его детем. Ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен, избран быть Его детем.
Богом в небо царства, избран быть Его детем. Я свободен, я свободен, я оправдан, я оправдан. Аллилуйя, аллилуйя. Ему вся слава, Ему вся слава. Я свободен, я свободен, я оправдан. Thank you.
Господь. Только Ты, Господь, достоин всей славы, всей хвалы. Только Ты наш Царь царей. Только Ты наш Господь. Господь, открывай, пожалуйста, сейчас наши сердца. Дай нам быть сейчас открытым и откровенным, Боже, с Тобой. Мы открываем пред Тобой, Боже, свою душу. Мы исповедуем, Господь, Тебя своим. В нашей жизни. Да будет превознесено Твое святое имя Божие. Не хватит слов, чтобы описать, Боже, все Твои чудесные дела, все Твои творения, Господь, все Твои замыслы. И прекрасен и превознесен наш Царь. Превознесен.